Конкурс хороший, коллективы достойные. Удалось все. Но на мой взгляд, было очень приятно. Сегодня даже на втором туре многие коллективы раскрылись как-то по-особенному, то есть другими глазами посмотрели. Как сказала правильно Эля Таха, что действительно те номера, да, которые можно смотреть повторно, они имеют больший вес. Вот, то есть сегодня это действительно было. Была такая напряженная борьба в зале, это чувствовалось, но все было круто и на очень хорошем уровне. Так что я всех поздравляю и желаю коллективам достойно принимать какие-то, может быть, поражения, потому что это не поражение, это опыт, он не может быть хорошим или плохим. Вот, и учиться радоваться друг за друга. Я сам вот в этой системе работал первый раз и с удовольствием поработал бы еще так, потому что это действительно интересно, потому что по-новому что-то проводится, и ты уже тоже другим взглядом смотришь на все происходящее. То есть организаторы и те креативные люди, которые работают в территории талантов, молодцы. Это правда, нужно продвигать, наверное, дальше. На территории талантов. На территории таланта.